Следственный комитет России проверит законность алтайских лесозаготовок. С соответствующим запросом в СУСК обратились представители регионального министерства природы. Тема бесконтрольной вырубки ленточного бора уже давно вышла на федеральный уровень. Из последних обсуждений – выход программ и спецрепортажей на центральном телевидении. В эфире одного из телевизионных каналов приняли участие представители Генпрокуратуры, общественники, а также депутат Алтайского заксобрания Василий Железовский. Эксперты отмечали, что вырубки деревьев ведутся как в особо охраняемых территориях, так и в ленточных барах и заказниках. Все это и послужило поводом для обращения к следствию. Минприроды заверяет, что обнародует результаты проверок в открытых источниках.